Привет, шпана. Сегодня, короче, 11.09. Корчик. Короче, мы на заключительный третий этап прём в Пензу. Посмотрим. Второй этап у нас был неудачный. Вот. Сейчас поедем. Ну, по навигатору посмотрели, там новая трасса будет 580 щебенкой пылить. Ну, сейчас поедем. Все, давайте. Что, друзья, доехали мы до Пензы. Вот финик. Колесики мне меняет. Вон чайничек у нас. Все нормально. Вот на новой трассе. Маленько пройду. Серега. Так. Немножко народ собирается. Чего ты там, Серег, ищешь? О. Давай кофеек. Сейчас кофейку. Стаканы там в багажнике. Где? Это все колеса крутит, да ё-моё. Последний, да? Вон, тащи в кучку. У меня носильщик есть. А, у тебя носильщик? А я так, руковожу, можно сказать. Оп. Оп. Все, USB репси. Вот первый старт на новой трассе в Пензе. Батлас 109, Мелехова. Обратите внимание, какие золотистые диски у Владимира. Выходит вперед. 12-925. Результаты видны. 11-948. Левая дорожка. Итак, следующая пара. Левая дорожка. Пара 141. Правая дорожка. 73. 141 и 73. Левая дорожка 141. Кудряшов С. Volkswagen Tiguan Чебоксары. Имя не знаем. С написано. И номер 73. Владимир Глотов, Вазлас 109, Мелехова. Однако время реакции это еще не все, еще важна и скорость. Смотрим на результаты. 12.8. И правая дорожка. Итак, следующая пара. А, возврат у нас. Все, извиняюсь. Возврат. Можно? Ждем тогда. Итак, выставляется правый автомобиль. Право вытянулся. Предстоит 4-3. Первый номер правая дорожка. 73 левая дорожка, 61 правая. Обратите внимание на золотистые задние диски. Как понтово смотрится этот автомобиль из Мелехова. Какая раскраска. С другой стороны, тоже желтая машина смотрится классно, цельно, замечательно. Черный с желтым, это всегда себя оправдывает. Хорошие цвета. В принципе, машины достойны друг друга. И обратите внимание... Какая разница между помощниками с левой и с правой стороны? В серых штанах и в зеленом костюме. Посмотрим, кто же из них победит. На все исполнения.
пилоты, от вас сейчас зависит не только ваша победа, но и победа ваших компаньонов. Дорожка идет лучше. Смотрим результат. Время реакции, в принципе, было весьма одинаковое. И 60 секунд. Нет, что-то не бывает. Посмотрите, наверное, вернулся, Иван. Пара номер 73-78. Подготовьтесь, пожалуйста, подъезжайте к потоку. Но не забывайте, что у нас сейчас возвращаются представители класса ПСА, первого заезда и класса СС. И сейчас у вас следующий заезд. Первый полуфинал. 73-78 номер. Владимир Глотов и Виталий Ибаев. Итак, у нас автомобили вернулись, теперь мы... Обратите внимание на золотистые задние диски. Как понтово смотрится этот автомобиль из Мелехова. Какая раскраска. С другой стороны, тоже желтая машина смотрится классно, цельно, замечательно. Черное с желтым, это всегда себя оправдывает. Хорошие цвета. В принципе, машины достойны друг друга. И обратите внимание, какая разница между помощниками с левой и с правой стороны. В серых штанах и в зеленом костюме. Посмотрим, кто же из них победит. В
пилоты, от вас сейчас зависит не только ваша победа, но и победа ваших компаньонов, ваших компаньонов. Дорожка идет лучше. Смотрим на результат. Время реакции, в принципе, было весьма одинаковое. И 61 номер. Правая дорожка становится победителем чемпионата класса ПСА. И номер 73 становится...